Всем привет! В этом видео будет разбор на песню «Ангелы в небе, Господа славят». Вначале я сыграю ее в стиле фингерстайл, моем аранжировании, а потом я покажу, как ее можно сыграть перебором, боем. Поехали! Теперь я ее сыграю перебором. Да, кстати, хочу сказать, что я эту песню играю в тональности ре минор, ДМ. Я не прижимаю первую струну и вот такой перебор. Вот так можно скромненько сыграть перебор. Я буду играть ее в вальсовом ритме. И тоже обратите внимание, что я первую струну здесь не использовал. Теперь попробую вам показать, как если бы я ее играл боем, используя бре. Ангелы в небе.
нужно идти на повтор и больше добавлять грува и драйва. Смотрите, когда вы используете бре, это дает вам больше возможностей. Но при этом вы понимаете, что это очень тяжело его брать. Да, я с вами соглашусь, но это дает большие вам возможности. Смотрите, когда вы играете с открытыми струнами, вы слышите, пятая струна звучит громче. И она начинает больше резонировать, чем все остальные струны. Если вы будете играть, допустим, в позиции через бре, бре на пятом ладу, вот здесь мы берем ДМ, вы контролируете басовые струны, чтобы они не звучали так громче, а у вас больше звучала ритмическая часть на высоких струнах. При этом вы контролируете, когда вы отпускаете правую руку. При этом вы можете использовать этот эффект мют глушения, как будто вы играете шейкером. И здесь переход. Переход. Видите, какое преимущество у нас? За счет того, что у нас есть возможность глушить и контролировать струны. Хочу сразу вас смотивировать. Пробуйте. Смотрите обзоры, где вам показывают и рассказывают, используя аккорды через бре. Да, с капом легче, но это не дает вам возможности поднять свой бэкграунд и приобрести больше опыта. Поймите, это вы узнаете позже, когда овладеете этим стилем игры, используя бре и мют, делая мют, глушку, приглушку, создавая вот эти вот перкуссионные эффекты. Смотрите больше хороших познавательных разборов. Спасибо за просмотр. Всем пока.